Всем привет, друзья, с вами Варчик, и вы хотели разнообразие, веселье. И я вам даю такую новую рубрику, в которой мы будем просто получать разнообразие, веселье и просто угорать с того, какая наша игра замечательная. Я как-нибудь назову эту рубрику типа «Бои сверхразумов». И мы будем здесь смотреть, как люди с плохой статистикой набивают невероятно большие результаты. Смотрим, наш подопытный сегодня объект 430U с ником MLA2000, и у него 1000 VN8, 49% побед, 46 тысяч боев. И причем играет сейчас он не особо-то лучше, чем его общая статистика. То есть 46 тысяч боев прошло, а смысла в этом практически никакого. Поскольку поначалу, допустим, человек выкачивал какие-то танчики, у него статистика была такая себе. Но со временем, когда уже боев много, в основном хорошие танки уже выкачаны, и статистика должна пойти вверх, но нифига. Раньше и в общем статистика плохая, а сейчас она чуточку лучше, практически такая же. Это говорит нам о чем? Что даже имея хорошие танки в ангаре, ничего не изменилось. Наш сверхскиловичок и сверхразум играет так же офигенно, как и всегда. Что мы видим? Мы видим, как наш объект 430U уже совершил триллион ошибок, а я только закончил вступление. Без УВНа выкатился на бугор, мог получить. Здесь куда-то вывалился, 704 мог ему бахнуть. Но смотрим. Ему везет пока что, там что-то танкует. Танк же бронированный, объект 430U. Вот как раз танчик для совершения ошибок. Что мы видим внизу у нас? Почти все снаряды у нас ББшки, 6 кумулятивов, 3 фугаса. И все расходники, просто все расходники дешевенькие, чисто для нагиба. Чисто для нагиба человек играет в удовольствие, тупо в удовольствие, расслабляется, не уходит в минус, тупо фармит на десяточках, тупо в удовольствие. Пока что он пользуется своей броней довольно-таки умело, рамбует бортиком, все четко. Смотрим, что же у нас будет дальше. Пока мы имеем 800 урона и 2600 натанкованного. То есть мы вообще нормально так танкуем, дамажим потихоньку, все отлично. Карта у нас, кстати, замечательная. Карта Оверлорд. И на пляж поехало союзников немного, что означает, что бой, скорее всего, будет нормальный. Почти все союзники у нас наверху. Непонятно, почему они не давят. Ой, какой тут зум X900000. Прям, чтобы можно было трещинки на ВЛД 704 выцеливать. Выезжаем, так, оп. Находим НЛД Льва, найдено. Боже. Да в таком микроскопе можно даже увидеть, что у него там с обратной стороны танка находится. Обратный ромб. Да я что-то сильно недооцениваю нашего супергероя. Он часто тут нам покажет задние рамбы с УВНами. Все будет четенько. Но, честно говоря, столько, сколько он здесь пасется, уже можно было от ПТ-шек наполучать очень много. Это хорошо, что никто не прикрывает врагов. Так бы наш сверхнагибатор уже бы наполучал. Итак, почти 3к урона. В принципе, уже можно выходить с боя. В принципе, уже средуху не то, что отбило, уже на будущее, на лет на 50 вперед, уже результат тупо шикарный. И тупо наперед на ход себе уже результат обеспечил. Можно было бы, в принципе, уже и выйти. Но поскольку наш человек целеустремленный на этом танчике, он едет карать дальше. Здесь револьвер, который до сих пор отсюда не уехал. Тупо повиляли корпусиком, типа оп-оп, брони там поднакрутили. Выезжаем дальше. Револьвер особо никуда и не собирается уходить. Ну и в принципе, а зачем? А зачем? Серебро фармится, револьвер крутится, серебро фармится. Все четко. Тем временем, сверху наши союзники уже все продавили, победа уже близка. Чудесные тут увороты в стиле Нео, друг друга не попали. Невероятно. Убиваем ЛТшку. Снизу враги немножко продавливают, но не особо так. В принципе, бой такой затяжной и ничего никуда не торопится. У меня есть подозрение, что враги, точнее союзники,
которые бугорки сверху, там зелень рашат, почему-то они, мне кажется, поумирают, поскольку что-то как-то они не очень-то давят вперед, а просто стоят как-то. Ну и враги тоже что-то не очень. И миль они там в углу карты не могут продавить. Снизу медленно бодаются на пляже вообще сверхнагибаторы. Ну и все в таком духе. Ну, теперь я немного подозреваю, почему все так плохо у этого человека. Вы видели этот божественный выстрел сейчас? Такое ощущение, что если он не войдет в прицел в X900, то он не увидит врага. Ладно, у меня проблемы со зрением, но, видимо, у нашего супергероя зрение вообще минус 1000. Поскольку, ну ладно, что, бывает. Рашим бабаху. Бабаха куда-то нас спешит. Видимо, там где-то собрание сверхнагибаторов и раскрываются тайны нагиба. И он спешит узнать, что же, как же люди нагибают. Но наш сверхскиловик уже все знает. Уже все знает. Сейчас он войдет в X900. Вот у него что-то проблемы с прицелами, и он что-то как-то вот не видит врагов, мне кажется, вот пока вот просто вот не приблизит прицел настолько, чтобы вот просто вот на весь экран, вот на площадь всего экрана, чтобы когда будет враг, тогда видно, вот это враг. По-другому что-то как-то тяжело, тяжело. Но уже 6200 урона. 6200 урона. И тут у нас дилемма, как спуститься вниз. Просто, ой, торт на фугасах. Прям это бой скиловиков, бабаски на автоприцеле. Целился, сводился. Он даже посмотрел, где сзади враг находится, чтобы жопу прикрыть скалой. Вроде бы что-то там в голове происходит, какие-то мысли двигаются, но почему статка-то такая? О-о-о, маус, маус, ты чего? Вы видели, маус не мог найти, где находится. Это что, бой для слепышей? Чисто кротов высыпали и пусть воюют. Да. Там еще один выстрел Маусу сзади был запоротый. Маус куда-то стреляет. Нет, это чисто вот... Мне кажется, что картошка собирает бои так. Она не по статистике, там, не по чему-то еще собирает. Она собирает бои по зрению. Вот чисто по зрению. Вот в один бой собирает чуваков минус 500 зрения, в другой среднее, там обычное, и в каких-то боях собирает людей с нормальным зрением. Вот, видимо, в этом бою люди вообще без глаз, просто без глаз играют, тут нету глазиков, там просто вот дырочки под глазики в детстве сделали, а глазики забыли туда положить. Ну а зачем они нужны, лишние? Бах, торт с фугасов перешел на нормальный снаряд, говорит, пора. Я готов, говорит, пора и нормальными снарядами пострелять. 9000 урона. Смертельный прием. Удушающий. Проведен отлично. Все, супер. И что, наша тефтелька застряла? Ну, в принципе, что? 9500 урона, 3 фрага. Что еще надо? Мне кажется, он уже пошел праздновать. Просто он уже празднует. Мы тут смотрим какой-то реплей, смотрим там и... Получаем удовольствие от просмотра, ставим лайки, пишем комментарии. А человек уже отмечает. Вот он уже пару стопочек херанул между первой и второй, промежуток небольшой. И говорит, поеду я еще, говорит, сейчас еще 1050 настреляю, если меня Витек отсюда выпустит. Но, видимо, Витек говорит, все, так, ты свою статистику поднял на 50 тысяч боев вперед. Так что сиди вот там и все. Больше ты в этом бою не постреляешь. Такие вот дела. Как вам новая рубрика? Пишите, нравится, не нравится. Может что-то надо доработать, что-то переделать. Я в нее включил все, что вы любите. Мои сверхкомментарии, которые вам поднимают настроение. Интересный бой с высоким результатом. Ну и просто чисто от себя сверхразума добавил. Немножечко, немножечко, вот чисто от себя. Ну, потому что могу. Мой канал, моя рубрика, могу от себя. Вот чуть-чуть. Не сильно, чуть-чуть добавил. Вот так вот. Я думаю, что будем потихоньку эту рубрику развивать. В ней самое главное что? Две вещи. Найти реплей. Честно вам скажу, на вот реплей довольно-таки сложно найти вот такой вот реплей, поскольку заходишь на вот реплей, куда ни тыкнешь, там сверхнагибатор фиолетовый.
Удивительно, в бою смотришь, все красные, заходишь на What Replace, все фиолетовые. Шок. Ну и второе, что очень важно для такой рубрики, это мое хорошее настроение, поскольку без него я не смогу хорошо откомментировать такой вот хороший реплей. Спасибо большое за просмотр, спасибо человеку за сверхнагиб. Всем спасибо, удачи, играйте красиво, пока!